Сельскохозяйственный производственный кооператив «Изящная» работает в Китовском районе Зауралья с 91 года. Наталья Макарова, агроном предприятия, рассказывает, посевы всех основных овощей занимают около 250 гектаров. Предприятие полностью обеспечено техникой, поэтому проблем с возделыванием земель не возникает. Однако каждый производственный цикл хранит свои подводные камни. Например, в этом году аграрии испытывают трудности с реализацией урожая. Урожай у нас получился в этом году хороший. На все овощи и картофель нынче нам дает по 300 центнеров с гектара. И морковки у нас будет тоже неплохой урожай. Капуста в этом году наросла как никогда. Так что вот реализации как таковой пока нет. Отсутствие рынка сбыта Наталья Макарова объясняет тем, что урожай удался во всех, без исключения, предприятиях Зауралья и соседних областей. Торговые сети предлагают слишком низкие закупочные цены. Продавать в магазины, например, капусту по 2 рубля просто-напросто невыгодно. Затраты на выращивание и уборку овощей превышают эту цену в несколько раз. Да и тарифы для сельхозтоваропроизводителей на электричество и солярку опять увеличились. Проблема у нас у всех одинаковая, что цены дорогие на ГСМ, на запчасти. Овощи в цене в этом году дешевые будут, урожай хороший. Ну, в принципе, техника готова. Стараемся, ремонтируем. Тяжело, конечно, раньше покупали, старались обновлять машино-тракторный парк. Несмотря на проблемы крестьян в этом году, они успокаивают. Дефицита овощей не будет, уборочная техника не подведет. Зауральцы смогут сделать необходимые запасы во время традиционной сельхозярмарки. Юрий Пестерев, Андрей Глазырин, Александр Немков, телекомпания «Регион 45».